Всем привет, народ! Сегодня будем с вами обозревать Сигарилла Давыдов Мини Эскурио. Давайте начнем с оформления. Оформление здесь на высшем уровне, все. Черная коробочка, открываем. Открывается коробка с характерным щелчком. С таким же щелчком закрывается. Внутри нас встречает такая вот черная подложка, надпись Давыдов, мини Эскурио, значок Эскурио. Здесь даже, видите, тоже что-то написано. И вот наши сами сигариллы. Сигариллы располагаются в два ряда. Вот. Вот, собственно, вот. На этом плюсы заканчиваются. На самом деле, может, я забегаю наперед. Давайте начнем с внешнего вида этих сигарил. Вот, можете видеть. Как вы, друзья, видите, эти все сигарилы разного цвета. Но это не совсем хорошо, я считаю. То есть из разных сортов табака, что ли, делается, абсолютно непонятно, как так вообще вышло. Да, я понимаю, что это сигарилы, это не сигар, но, блин, тем не менее, это... Вот, смотрите. Ну, это прям сильное различие. Я уже скурил три этих сигариллы. И, честно скажу, был очень огорчен. Ни одна из них мне не понравилась. Не понравилась мне, во-первых, тяга. Тяга у всех этих трех сигарил была затрудненная. Прям как кубинская. Я очень, на самом деле, удивился, что Давыдов такое может делать. Первый раз покурил, да, плохая тяга была. Потом перекурил два раза еще, и ну, то же самое было. Поэтому, не знаю, может быть, сейчас мы покурим и какой-то удачный экземпляр выберем. Но то, что я курил до этого, мне абсолютно не понравилось. Сигарилла весит чуть больше 1 грамма. Ну, я думаю, они разные, поэтому какая-то будет больше, какая-то будет меньше весить, но плюс-минус 1 грамм весит. Что у нас по запаху? Слабый-слабый какой-то кофейный аромат практически отсутствует. Очень слабо. О, так, давайте ее пощупаем. Ну, оно прям чувствуется вот на самом деле. Вот здесь такая вот, блин. Мне кажется, тоже будет тянуться плохо. Ужас. Ладно, закуриваем. Так, по-моему, это самый удачный экземпляр я выбрал. Она тянется нормально. И это даже экземпляр, на самом деле, удачный. Это, получается, четвертая сигарилла, которую я курю. И она прям такая крепенькая. Все, что я курил до этого, но они были какие-то невнятные, невыразительные, абсолютно не крепкие. А это что-то, ну вот видите, может просто разный табак, они из разного всего там намешали, и вот мне попалась нормальная сигарилла. Тяга все-таки немножко затруднена, но не так критично, как было до этого. Что у нас по вкусу? Перчик. Чем-то похоже на кубинские сигары. Сигарилы, точнее. Ну, посмотрим. На самом деле, удивлен. Думал, что тоже будет полный провал. Но пока что это нормально. Встречаемся в самом конце уже. Ну что, друзья, заканчиваем нашу сигарилу. На самом деле, третий раз перезаписываю, блин. То не фокусируется, то что-то еще. В общем, эта сигарилла, это просто какой-то другой табак, на самом деле. Это приятно курить.
по сравнению с теми тремя, которые я курил до этого. Приятная крепость присутствует здесь. Во вкусе перчик есть. Ну, это достаточно хорошая и качественная сигарилла. Я бы даже сказал, одна из лучших, которую я пробовал в принципе в части сигарилл. Но так как это не первая сигарилла из допачки, а четвертая, непонятно качество всей партии. То есть, как так вышло, что именитый бренд позволяет себе такое. Но это как бы не Куба, да? Все-таки Давыдов. Далеко не дешевый бренд. Как-то я к такому не привык на самом деле. В общем, друзья, жду ваших комментариев. Курили ли вы эти сигариллы? Напишите, как было у вас во все пачки, если вы курили. Было ли качество одинаковое, либо же тоже, вот как у меня, оно разнилось. Вот. Не знаю, стал бы я их заново покупать, потому что на самом деле испорчено было мнение с самого начала о них. Но вот сейчас курю, вот сейчас приятная сигарилла, видите, попалась. Поэтому на самом деле непонятно. Пачку докурю, потом, не знаю, может быть, мнение свое поменяю. На этом все. Друзья, жду ваших комментариев и до новых встреч.